Всем привет. Вот сегодня у нас Фаньку пытаемся восстановить. Разбавил самогон водой. Напоил его. Сейчас думаю, что он поспит. И надеюсь, завтра еще, наверное, дам ему. Пусть он будет пьяный, но здоровый. Вот. Из будки он, естественно, вылазить не хочет. Приходится применять какие-то свои методы. Но будка у нас предусмотрена довольно большая, сделана из поддонов. Вот, видите, объем, то есть еще и я тут сижу. Вот, выход-то как бы небольшой. Вот, самогончик. Вот, Фанька на одной половине, я на второй половине. Вот. Что делать? Приходится. Надеюсь, что восстановится у нас товарищ. 9 или 10 лет ему, ну, собаку мы не щенком брали, нам оставили ее, вот, поэтому точно возраст не знаем, ну, в районе 9-10 лет где-то ему, вот, старичок, конечно, но помирать-то еще рано, а то он тут забирался уже, рано ему еще помирать. Хороший у нас песель. Да? Фаня? Фанька. Весь в самогоне. Напоить очень сложно. Приходил еще шприцом поить. Вот. Пробуем как-то так. Посмотрим. Сразу спать. Он и так спал. Толком ничего не ест. Булочки раздавлены, хлеб раздавлен. Уж свиное есть не стал. Вот он.